Гиперион, прием! На черт! Ну и во что я на этот раз влип? Приветствую тебя, герой. Меня зовут Утор Светоносный, а ты избранник Нексуса. Нексус? Стало быть, тут замешаны протосы? Что? Какие? Послушай. Нексус — это космическая буря на стыке миров, времен и измерений. Ты был призван сюда, чтобы пройти испытание огнем битвы и обрести великую славу. Славу? Да мне и так уже тут интересно. Эти врата бури ведут на Вороний двор, в один из миров Нексуса. Подведу. Новообретенная смелость не поможет. Вам конец. Как интересно. Это зал штормов. Когда начинается битва, герои попадают именно сюда. Наша цель — уничтожить цитадель противника и не дать ему уничтожить нашу. Стежок хочет поиграть! Не самый мудрый ход. Напасть на форт в одиночку может только самоубийца. Вперед! Воины помогут тебе нанести удар по цитадели. Держись у них за спиной, и ты избежишь урона. Башни — серьезная угроза, но в первую очередь они атакуют воинов, а не демонов. Нападай на башни лишь под прикрытием наших воинов. Воины и камень — это мелочи! Сейчас я вкушу твоего страха! Вкусишь моего страха? Это уже слишком. Ты в школу вообще ходил? Страх не имеет вкуса! Он прав. Страх нельзя есть. Видишь, даже Вонючка это знает. Хватит! Минуточку. Я разве не умер? Не волнуйся. В Нексусе смерть — явление временное. Скоро ты воскреснешь и будешь готов снова вступить в бой. Надеюсь, ты не против, если я помогу. Это должно немного уравнять шансы. Хорошо, конечно. Уходи скорее. Вернемся сюда с воинами. Они нас защитят. Уходи скорее. Вернемся сюда с воинами. Они нас защитят. Уходи скорее! Вернемся сюда с воинами. Они нас защитят. Победа! Что? Нечего сказать, огонек? Я отомщу тебе, Джеймс Рейнер! Мы еще не закончили! Это еще что за дела? Ты не один! О, посмотрите, кто попал в Нексус! Не ожидала тебя здесь увидеть, ковбой! Нола? Чувствую себя прям как дома. Не расслабляйся! Сейчас будет жарко! Прямо как я люблю!
Ну, красномордый, посмотрим тебя в деле. Я готов ко второму раунду. Хорошо, конечно.